Приветствую вас всех, дорогие подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хотел бы вместе с вами взглянуть на свежевышедшую игру, это Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Данная игра является собой продолжением, по сути, прошлой части Conviction, но при этом ознаменует собой что-то вроде перезагрузки всего франчайза. В какой степени точно я вам не скажу, ибо все это, как говорится, из брошюрки, из рекламы. А на самом деле я знаком с данной игрой довольно-таки посредственно. В свое время очень давно играл немного в теорию хаоса у друга, а потом смотрел на обзор Double Agent, ну двойной агент от игромании, причем это как раз и было тогда у меня пора покупки DVD-дисков, то есть игромания вместе с DVD-диском, у меня появился DVD-ROM, да, были времена и такие у меня. Впоследствии я поиграл в Conviction, но все, что я помню из той части, помимо того, что эта игра должна была быть что-то вроде прорывом с сэндбокс-миром, это то, что она не оправдала надежд. По сути, мы получили с вами рельсовый такой стелс-экшен с посредственным сюжетом. Ну и, конечно же, все вытягивал Сэм Фишер. Он у нас главный герой всех частей Splinter Cell. Благодаря нему мы более-менее, как говорится, могли терпимо играть в данную игру, хотя многие фанаты в то время и возмущались. Но как бы то ни было, сейчас мы с вами на просторах новой игры, которая знаменует новое начало, при этом учитывая старые заслуги и старые наработки. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Если мое прохождение первого взгляда вас заинтересует, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх или наоборот вниз, и я, исходя из этого, впоследствии, может, и пройду полностью всю игру. Пока что это будет только первый камень, как говорится, в огород стелса. Давайте начнем игру. Она у нас сразу началась с того, что, кстати, нам сказали о том, что все вымышленно. Я считаю, это наиболее верная трактовка. А то многие обещают нам правду матку в играх, а на самом деле делают полный бред по истории и тому подобному. А тут что с Assassin's Creed, что со Splinter Cell говорят правду. Мы придумали, парни, так что не думайте, что здесь все как было. И я за это уважаю очень Ubisoft. Так, сложность у нас будет солдат. Так, Андерсон, Airbest. Короче, аэропорт Андерсон. Гуам, Исфанд. Остров Гуам. Жестко. Охрана! Все сюда! Живо! У нас тут код! Офигеть. Мы высадим вас, сволочи! Всех до единого! Думаете, Америка вас не найдет? Зачем, генерал? Мы сами придем в Америку. Без комментариев. Жесткое начало. Никакого оружия. Контракт запрещает. А кто узнает? Генерал МакГован. Но, чтоб ты чувствовал себя спокойней, вот тебе сувенирчик из Индонезии. Спасибо, Вик. Керамбит — это самая нужная вещь для воздушной разведки. Пригодится. Где Чарли со своей связью? Эй, прости, я тут кое-что ценное налаживаю напоследок. Я убрал все официальные частоты. Зачем? Чтобы генералы под руку не лезли. Наш человек. Сэм. Погнали. Загружаю. Готово. Группы, это король. Начинаем. Пешка готова. Бомба по
И дверь твою налево. Пирс готов. Что-то еще, шеф? Скажи Саре, что меня не будет пару дней. У Сары ведь нет парня? Нет? Ну, нет, значит, нет. Не взламывай их систему, мы тут гости. Да, но у них все так просто! Командир Шепард, это вы? Загружено. Нет, серьезно, он очень похож на командира Шепарда. Готово! Шифр ключей от зоны F. Срок действия 40 дней. Они уничтожены. Брось его. Глушите все. Выступаем. Черный список. За дело. База Андерсон, это Паладин 02. Прошу разрешения на взлет. Как слышите? Радио сдохло? С радио все в порядке. Андерсон, Паладин 02 на связи. Прошу разрешения на взлет с вертолетной площадки Альфа-9. Мы опаздываем. В жопу правила. Надо успеть на партию в покер с генералом МакГованом? А как еще я расплачусь за вертушку? Брось его. Твою налево, это же сейчас будет такой бум, что... Группа Браво, что у вас? Всем бумом бум. Вперед. Чуть-чуть не дотянули. Шевелись. Мы здесь как на ладони. Вик, помоги, я застрял. Телефон Чарли. Да. Твою мать, парни, вы целы? Что случилось? Вертолет сбили, мы целы. Похоже, взорвали оружейный склад. Ты где? Прячусь ноутом под грузовиком. Слушайте, парни, все частоты блокированы. Где-то есть глушилка. Сигнал к северо-западу от вас. Сиди тихо. Мы найдем ее. Пошли. Спорим, у этих скотов одна из наших глушилок. Почему ты так думаешь? Я бы так сделал. Будь начеку, Сэм. Ну, что я могу вам сказать, ребята, по первому взгляду соблюдены все правила хорошего боевика. Данный сценарий больше пригож для фильма. У нас есть супер крутой главный герой, есть ярые враги, которые действуют по шаблону, убивают всех вокруг, своих, которые отработали, так сказать, свой ресурс просто кидают. Ну и, конечно же, есть лучший друг, не удивлюсь, который, если по сюжету погибнет. Ну и, конечно же, молодой парень Чарли, шарящий в IT. Вроде все соблюдено. Кстати, блин, Сэм до боли похож на капитана Шепарда. По-моему, Ubisoft что-то попутали. Это решили своеобразную реинкарнацию сделать после Нормандии, да? Эти парни, похоже, профи. А благодаря кому? Укроемся пока в канаве. Да. Кстати, а как Чарли выжил? Вы посмотрите на тот чадящий след на горизонте. Там разворотить должно было всю базу Кедрени Фени. А он нам еще и звонил. Он в бункере, что ли, прятался? Это не миномет. По звуку точно. Да не ври.
продолжать поиски. Я автоматом сейчас нажал C. Из кризиса еще рефлекс остался, чуть что, сразу приседать. Пригодился. Вик, подожди меня, мне что-то не очень хорошо. Да и стоит ли нам куда-то идти? Вик, замри. Сволочи. Вот дерьмо. Здесь чисто. Подсади меня. Вик, ты уверен, что там чисто? Они только что, мгновение назад, убили этого бедолагу. Офигенно. Ты хоть бы руку мне подал. Противник в укрытии. Понял. Один наших два врага. Ты возьмешь того, что слева. Да не вопрос. Система, как я смотрю, укрытие сохранилось из Conviction, перекочевал сюда. Думаю, практически без изменений. Эй! Да. Приготовь камеру. Капралу группы Браво. Сейчас. Давайте по возможности будем работать тихо. Давай, да, погоди секунду. Эй, ого. Круто. Плохая рана. И помощи не будет, если они блокируют связь. Я им займусь. Найди глушилку. Ладно, Вик. Без проблем. Офигеть, блин, писец творится полный. Куда ни глянь, везде плохо. Патриоты? Так, ребята, я буду работать по ситуации. Ладно, будь подходим. Тихо. Иди сюда, касатик. Оп. Молодец. Не двигайся. Еще один. Придется вынести его. Мы никого не выносим. Это китайцы? Блин, какофония просто ужасная стоит. У меня уши вянут. Надо чуть убавить звук. Так, все. Мне поступить. Нет, это будет глупо. По крайней мере, если работать, то давайте отсюда. И желательно видеть обою. Ходу. Помоги. Слушайте, это же тот с гранатой. Так, держись, парень. Мы вызовем помощь. Свои. Ты вырубишь эту штуку? Я постараюсь. Как там парень? Скверно. Теперь твою налево. У Чарли него граната. Здесь. Ладно, хорошо. Теперь надо отключить генератор напряжения и блокировать посторонний сигнал. Не двигайся. Черный список. Помолчи, ладно? Чарли, а где выключатель? Видишь синюю кнопку? Угу. Жми. Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит. Получилось, Вик. Черный список победит. Ядрит. Граната! Я же говорил, он умрет. Сообщение о нападении на крупную военную базу в США на острове Гуам. Таких потерь не было со времен Перл-Харбора. Ответ.
ответственность на себя взяла группировка «Инженеры». Они выложили в сеть ролик с подробностями теракта, чтобы подкрепить свои требования. И назвали теракты «Черным списком». «Черный список». «Черный список». Америка – это «Черный список». Наши требования просты. Наши солдаты в 153 странах. Отзовите их сейчас. Что, вполне себе нормальные требования. Или каждую неделю удар. Никаких переговоров. Список не остановить. У вас 7 дней до нового удара. Выбор за вами. Мы инженеры. Докладывайте. Паладин 1 и 4 эшелон готовы, мэм, но мы не можем найти Фишера. Его друг тяжело ранен, а где Виктор Коста, там и Сэм. Разгром на Гуаме, угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти их без лидера. Держись, Вик. Мне нужен один из людей Вика, без вопросов. Берите Чарли Коула. А с Гримсдоттера отправится один из лучших людей ЦРУ. Айзек Брикс. Грим? Ни за что. Она тоже была резко против. Увы, Сэм, так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер. Как сноска. Раньше был третий эшелон, но он спекся, можно так сказать. В Конвикшене вообще он в разнос пошел. Теперь у нас четвертый. Недурно, правда? Первый раз летишь? Нет. Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет. Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки. А список? Американская свобода, американская кровь. Это теракты. У каждого свой срок. До американской жизни еще 5 дней. Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. Пока расскажу про самолет. Военный транспортник прототип? Его еще модифицировали. Оружейный лазарет, изолятор. Все как на обычной базе на Земле. Только летает, как в старые добрые времена. Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио. Ощущение, как дрелью ткнули. Борт номер один по сравнению с ним бумажный самолетик, да, Сэм? Хочешь поговорить об улучшениях? Позже. Покажи мне все. Новости, поиск информации в сети, прогнозирование, анализ фото и видео. Еще доступ к зарубежной электронной разведке, распознавание лиц по базам ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР. В реальном времени. Так вот, чем ты все время хвастал. SMI. Стратегический многоцелевой интерфейс. По сравнению с ранними разработками, он серьезно улучшен. Он тебе все объяснит. Самое классное, всем можно управлять прямо отсюда или через Апсат, если ты на Земле. Впечатляет. Ладно, скажи, если что нужно, мне надо кое-что проверить. Спасибо. Офигеть, ребята, мы реально попали с вами на летающую Нормандию. Представьте себе, что человечество не отправилось в космос, и мы на Земле. Ну что же нам делать? Командор Шепард должен как-то быть. Ну вылет он, блин, а. Ладно, так, что мне надо сделать? Использовать SMI, окей. Да, Сэм, чуть не забыл, твой Апсат. Новейшая модель. Во время операции он заменит тебе SMI. Доступ в сеть, управление дронами, сканер. Понял. Осталось подключить его к SMI, потом малость поднастроить, и можно в пекло. Спасибо. Передвигайте пузнок. Ага. Нет, я не буду ничего передвигать, пусть вам будет все видно, ибо YouTube затемняет. Прикольно. Так, задание черного списка, одиночная игра. Прикольно. Реально круто сделано. Давайте посмотрим первое задание.
каждым выполнением задания в компании Сэм все ближе к тому, чтобы остановить инженеров. Предотвратите следующий проект черного списка, пока не поздно. Утром один из протестующих у военной базы США в немецком Ансбахе был ранен часовым, посчитавшим его действия подозрительными. 34-летний Гюнтер Шмидт, игнорируя часового, подошел к воротам и получил две пули в ногу. После акции пресловутого черного списка солдаты США везде на чеку. Понятно. Как это символично. В Ливии. Что у нас там в Бенгази? Отчет из убежища под охраной ЦРУ. Они взяли парня с данными по Гуаму, но никого не пускают к нему, пока не закончат. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Кобин. Это о чем-то говорит? Сэм. Эй, стойте. Вы его знаете? Что нам надо знать? Это почему торговец оружием сдался ЦРУ сразу после Гуама. При всем уважении, этим допросом должно заниматься ЦРУ. Забудь свои старые привычки, Брикс. Ты теперь с нами. Так точно. Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить на меня. Ого, и он еще до сих пор жив? Загадка. Что делать, Сэм? Ну-ка скажи, я капитан Шепард, и это лучший инструктаж в моей жизни. Ну что ж, давайте немножко продвинемся по заданию, хотя я думаю, немного первый взгляд и затянулся. Ну вот сейчас он будет и Шепард, я не могу это не отменить. Ну что ж, начинаем. Где это убежище? Ого, паршивый райончик. Ага, странно, да? Обычно-то как глянешь, так сразу и ясно. Тут попахивает ЦРУ. А ну тихо. Лучше зайти через базар вот здесь. Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище, доступ к Кобину будет открыт. На экране всегда все гладко, Грим. И учти, Сэм, нам нужно захватить его живым, а не мертвым. Брикс, откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут. Пойдет. Бери снайперку с глушителем. Я прикрываю или работаю по цели, сэр. Чарли, подгони нам какой-нибудь транспорт. Понеприметней. Фургон. Все будет. Ты мне так и не ответил, Сэм. Лучше позаботься, чтобы нам было куда отступать. Скажем, сюда. Всем все ясно? Нужно сделать все чисто. Экипаж, вылетаем в Бенгази. Грим говорит, Кобин нужен живым, так что не расходись. Используй светошумовые гранаты. Ладно, ребята, давайте закончим на этом. В принципе, если вам понравилось, оставляйте свои комментарии, оценивайте видео, и, возможно, я пройду данную игру до конца. А пока что спасибо вам за просмотр, до скорых встреч, всем пока.